Долго как он там копается, этот доктор. Дотошный такой. В прошлый раз из меня всю душу вынул. Да не переживайте так, Петр Сергеевич. Вам летать и летать еще. Ну да. Я себя ощущаю лет на 30, не больше. Так это видно? Спасибо. До свидания. Можно? Да. Не переживайте, все будет нормально. У вас бывает головокружение? Нет. Учащенное сердцебиение? Нет. Часто устаете, плохо засыпаете, просыпаетесь часто. После сна не чувствуете себя отдохнувшим? Нет, ничего такого, доктор, нет. Я чувствую себя прекрасно. А, конечно. А вот данные говорят о другом. В смысле? В прямом. При обследовании у вас выявлено оживление сухожильных и периостальных рефлексов. Дрожание пальцев, вытянутых рук век. Резко выражен дифферент. Гипотиреоз, повышенный пилмоторный рефлекс, тахикардия. У вас прогрессирующая неврастения. Простите, что? Ладушки вспотели. Ну, я волнуюсь. Ну-ка, вытяните руки. У вас пальцы дрожат. Это неврастения. Я вынужден вас отстранить от полетов на год. А там посмотрим. Что? На год? Да, неврастения. Это не синяк, а даже не перелом. Нужно время и серьезное лечение. Подождите, доктор, это просто нервы. И именно это нервы. С такими нервами нельзя управлять воздушным судном. Наберите сил, займитесь йогой, наконец. Говорят, это помогает. Подождите, какая йога, доктор? Да, может быть, в последнее время я немножко нервничаю, потому что семейные обстоятельства, я развожусь, так бывает. Я отстраняю вас от полетов на год. Ну, знаете, что для меня такой год не летать? Да что же это такое-то? Каждый раз одно и то же. Что вы на меня так смотрите? Что вы на меня смотрите с моим телячьим взглядом? Что вы все на меня смотрите? Летать они хотят. Они хотят летать, а я тот доктор, который крылья им режет. Я не Господь Бог, я доктор. Вам с такой неврастенией вы людей угробите. Почему я должен все время это выслушивать? 20 лет. Да летите вы к чертовой матери куда хотите. Надоело мне. Идите отсюда уже. Извините. Thank you.
нервы? С чего у тебя нервы? Ну, это семейные обстоятельства. Да что ты. Может, не надо все на меня сваливать, как обычно? Ты сам этого хотел. Я ничего не захотел, просто... Так случилось, мы стали чужими. Что это за семья, когда ни тебя, ни меня нет дома? Ты летаешь, я летаю. Короче, Антон. Я хотел сказать, что ты летаешь, я летаю. Должен кто-то ждать на земле. Ну хорошо, мы встретимся 20-го в суде. Ты будешь свободный. Найдешь себе земную. Об этом хотел поговорить? Нет, не об этом. Просто поскольку я пока не летаю, Кира могла бы пожить со мной. С тобой? Ну, конечно, я же отец. Нет. В смысле нет? Нет, ну в смысле да, ты отец, но Кира будет жить с бабушкой. Почему с бабушкой? Я же пока не летаю. Это не обсуждается. Нет, это обсуждается. Это раньше мы ничего не обсуждали, а сейчас мы будем обсуждать все. Хорошо, я прилечу, и мы обсудим, хорошо? А пока она поживет с бабушкой. Счастливо. Антон, как дела? Классно. Плавно, плавно. Ручки мягенькие. Давай. Ножку поднимай, ножку. Кира, ножку. Что, глухая? Давай, бери. Вот. Давай. Кира, ну я не понимаю, что с тобой, а? Носочек тяни. Ну, я не вижу свободы. Ты деревянная. Ноги, руки деревянные. Ты что, Буратино? Тебя папа из полена вырезал? Нет. Нет. Давай мягче тогда. Тяни. Спинку прогибай. Больше. Вот. Вот. Молодец. Теперь носочек. Коленка. Носочек. Выворотни. Подъемчик тяни больше. Вот так. Поняла? Можешь же, когда хочешь. Заниматься надо. Больше заниматься. Хорошо. Хорошо. Пап! Это кто? Папа? Да. Иди связочки повтори. Арина, шпагат шире. Света, носочки тяни. Косолапая. Здрасте. Здрасте. Папочка, приятно познакомиться. Как раз вас нам и не хватало. У нас скоро соревнования отборочные, а девочка способная, но отстает немного. Видно, бабушка для нее не авторитет. Поэтому вот если бы с ней дома позанимались... Да как же дома? Да ничего особенного. Девочка знает, что надо повторить, какие элементы, связочки. Хотя бы по полчаса в день. А вы только проследите за этим. Ну, хорошо, попробуем. Хорошо. Я могу сейчас ее забрать? Да, конечно. Кира, свободна. Ну что, носочек, что это такое? Пап, я Буратино. А я папа Карло. Пап, я сделала 2 переворота назад, 2 подряд. Да ты что? Я тобой горжусь. А мы к бабушке сегодня поедем? Нет, мы поедем в другое место. В какое? Я снял квартиру. Мы будем с тобой там жить. Мама? Ну, мама же у нас с тобой летает. А ты? А я ползаю. Пап, ты не волнуйся. Тренер говорит, работай над собой и в небо. Правильно говорит. Ладно, пошли переодеваться. Аккуратней, пожалуйста, это все-таки пианино. А здесь никто не живет? Нет, никто не живет. А вот в этих комнатах? И здесь тоже никого нет. Мужики, давайте, давайте, пошустрее. Вы здесь совершенно одни. Все комнаты пустуют. Спасибо вам большое, Жанна Михайловна. Какая вы замечательная девочка. Живите на здоровье. А я побежала. До свидания, до свидания. До свидания. До свидания. Справа ставьте, пожалуйста, там. Что же вы так неаккуратно? Вы же за это деньги берете. Давайте без наездов. Еще ничего не случилось, а уже претензии. Ну как не случилось? Смотрите, полоса. Ну это старая. Да какая старая, она сейчас появилась? Да она была здесь. Что мне будете рассказывать, было и не было. Я под этот стол с детства пешком хожу.
Ладно, пойдем. Вечно они за эти копейки торгуются, а потом какие-то претензии. Пошли. А ты только не волнуйся, пожалуйста. Да я не волнуюсь. Я из них этот стол вычту! В замке появилось привидение. По ночам оно бродило по длинным коридорам, пустым комнатам, скрипело половицами, хлопало дверьми, двигало стулья и столы. Для чего? Чтобы напугать принцессу. Ну, привидения же не бывает. Ну, не бывает, конечно. Точно? Точно. Это же сказка. Все, спи давай. Конечно, уснешь тут. Давай. Пап, мне здесь нравится. А бабушке тесно. Это такой большой коридор. Можно хоть со скакалкой прыгать, хоть перевороты делать. Это хорошо, что тебе здесь нравится. Давай спать. Давай, давай. Так, стоп. Ты зубы чистила? Ну, пап, ну я уже сплю. Так, быстро чистить зубы. Давай. Давай, давай. Да ты пойдешь со мной. Ничего страшного, иди одна. Я еще вчера заселилась. Да это какая-то ошибка. Потому что меня заверили, что здесь больше никого не будет. Ну, меня тоже. Я на это согласился. Я тоже. Я не готова жить в коммуналке. Нет, а кто готов-то? А кто вас сюда поселил-то? А, риэлтор Виктория Павловна. Какая Виктория Павловна? Здесь Жанна Михайловна единственный риэлтор этой квартиры. Как это единственный? Так все, я звоню своему риэлтору. А мы звоним своему риэлтору. Да, мы звоним. Алло, Виктория Павловна, ну, мы же договаривались, что я буду одна. А здесь какой-то мужик. Жанна Михайловна, Жанна Михайловна, добрый вечер. Вы сказали, что здесь больше никого не будет, а здесь какая-то женщина с лицом. Послушайте, ну это абсолютно исключено. Ну я не могу жить с соседями, тем более с такими. Подождите, подождите, мы же не договаривались. Я согласилась только на то, что буду здесь один. Алло. Пап, ты только не волнуйся, пожалуйста. Я не волнуюсь. Иди в комнату. Вот, вот сейчас Жанна Михайловна сказала, что здесь дается только моя комната. Виктория Павловна сказала, что мы должны сами решить, кто из нас уедет или... Жить вместе? Это невозможно. Конечно, невозможно. Я первая заехала, уедете вы. Вы что, издеваетесь? Куда я уеду? Тут я знаю, куда. Ваш риэлтор виноват, пусть он вам найдет другую квартиру. Какую другую квартиру? Я все вещи перевез, у меня пианино там стоит. Я тоже все перевезла. Я первая. Я с ребенком, вы-то одна. Знаете что, да я одна. Да я без мужа. Я второй раз это все просто не перетащу. А не страшно, я вам помогу это вынести. Еще чего? Знаете, вы с нами жить не сможете. А я не буду, потому что уедете вы. Да. Чего тебе? Вы не сердитесь на папу, ему нужно успокоиться. Не помешает.
Я обещала ему хорошо себя вести, и вы, пожалуйста, тоже хорошо себя ведите. Знаешь что? Я бы рада. Но твой папа что-то напутал, и мы все оказались в этом положении. Папа никогда ничего не путает, когда нормальный. Ну что, ненормальный? Нет, он просто нервничает. Из-за этого его не пускают к самолету. Он летчик, командир большого самолета. Летчик? Налетчик. Здрасте. Мне нужен Василий. Я по объявлению. Я Василий. Меня зовут Антон. Я вам вчера в форуме писал. Я читал. Так у вас проблемы? Да. С нервами? Да. А вы не производите впечатление больного? А вы, знаете ли, не производите впечатление здорового? Я... Здоровый, вы хотите сказать? Нет, я... Знаю, что не произвожу. Послушайте, вы написали в своем объявлении, что с помощью йоги и какой-то там дыхательной гимнастики вы излечиваете все болезни. Ну и в чем фокус? Скажите, сколько мне лет? Ну, я не знаю, ну 30 с чем-то. 5. 35? Нет. 55. Круто. Ладно, я согласен, только можно не здесь. Можно у меня дома. А то у меня дочка, я не могу ее надолго оставлять. Конечно, можно. Ася. Да. У нее ключи, слышишь? Она открывает. Ну что? Ну и что делать? Ну, не знаю, давай поздороваемся с ней. Ты что, с ума сошел? Стас, я за куклами и вещами. Ася. А давай без эксцессов. Правда. Тебя никто никуда не гонит. Благодарствуйте, барин. Хочешь плесенчик? У нас в городе 3 квартиры. Не хочешь жить здесь, живи в любой другой. Мы с тобой разводимся. Я к тебе больше не имею никакого отношения. Соответственно, к твоим квартирам тоже. Да брось ты, выбирай. Я тебе отпишу. Условия брачного контракта мне ничего не полагается. Я на брачный контракт плевал, поэтому выбирай. Ничего не нужно. Уйду, как пришла. Угу. И жить ты, соответственно, собираешься под мостом. Я уже сняла жилье. Да ты что, и какое, если не секрет? Комнату в коммуналке. Что, серьезно? Реально в коммуналке? Да. С соседями? И с тараканами. И что, и сортир общий в очередь мыть будешь? Буду.
не голубых кровей. Мать, ну ты даешь. Мать, тебе вон теперь твоя. Она, между прочим, такая же моя, как и твоя. И не надо, пожалуйста, говорить, что ты собираешься порвать со своей лучшей подругой. А я сказала, что подруг не останется. Ты совсем переспал уже, да? Ась, слушай, давай без пафоса, а? Мы с тобой нормальные, цивилизованные люди. Если ты мне сейчас скажешь, что мы можем остаться друзьями, я все просто чем-нибудь запульни. Почему нам действительно не остаться друзьями? А! Тебе помочь? Алло. Где Кира? В школе. Мы же договаривались, что ты отвезешь ее к бабушке. Мы с тобой ни о чем не договаривались. Ты слышишь только себя. Так, послушай меня. Ты немедленно отвезешь ее. Нет, это ты меня послушай! Это моя дочь, она останется со мной! Псих. Мне еще к соревнованиям готовить. Проходите. Все, в машине один чемодан. Я дома. Что? Я дома. Вы понимаете, что это значит? Что? Перестаньте бренчать. Это почему? Потому что я дома. Папа! Пап! Я устала. Ну, отдохни. Пап, не расстраивайся, мы еще и тапочки приклеим к полу. Так не вздумай. Тоже мне. Иди умывайся. Тебе чего, друг? Так а жена ваша сказала сюда занести. Жена там! Доброе утро, малыш. Угу. Ну что, кажется, сон закончился. Угу.
Ой. А я думал, что вы ничего не слышите из-за вашей... Вообще, к соседям нужно быть доброжелательнее. Конечно. Вы простите меня, при прошлой встрече я... Ну, нервы, сами понимаете. Да нет, ну что, я понимаю. Просто все, о чем я прошу, это разрешить мне еще раз пройти обследование. Но только через месяц, через год это очень долго. Ну, посмотрите на меня, я здоров как бык, но понервничал немножко. Кстати, записался на йогу, как вы говорили. Так что через месяц буду вообще спокойным. Ну, хорошо. Я внесу вас в список. Спасибо вам большое. Спасибо. А почему этим нельзя заниматься в своей комнате? Потому что Кира там делает уроки. А, собственно, почему я не могу этим заниматься в коридоре? Это общественный коридор. Не обращайте внимания. Не обращаю. Главное, чтобы вы не обращали. Дышите ровно. Что орете? Что случилось? Ведро с водой. Оно стояло на шкафчике, я открыл дверцу, оно на меня прокинулось. Ну, это же ваше ведро. Мое? Ну, в чем вопрос-то? Так я не ставила его наверх с водой. А, то есть вы хотите сказать, что я его туда поставил? Вы хотите сказать, что это я сама себя облила? А я не знаю, я не видел. Просто хам. Я хам? Это я хам? А мы что... Уже закончили? На сегодня это достаточно. Вы, главное, дышите ровно. Спасибо вам большое. Интересно. Это как же ведро с водой само запрыгнуло в шкаф? Оно всегда там стояло. Оно всегда там стояло пустое. Откуда ты знаешь? Раз она облилась, значит, не пустое. Так, все. Прекрати воевать. Тебе можно воевать, а мне нельзя? Во-первых, я не воюю. А во-вторых, тебе нельзя. Почему? Потому что ты девочка. Так, все. Извинишься перед соседкой и скажи, что больше так не будешь. Хорошо. Вымешать сливочное масло, яичное желтки. Нет, Кирюш, это не то. Про борщ смотри. Водка-запеканка. Какая водка-запеканка? Водку засыпьте сухим. Про борщ посмотри. Да тут нету про борщ. Ну как нету? Должно быть. Простите меня, пожалуйста. Не буду. Не будешь? Не буду. Хорошо. Это правильное решение. Да. Привет, вы как? Нормально. Борщ готовим. Борщ? Что-то я не помню, чтобы ты раньше пытался варить борщ. Потому что я летал. Ты, конечно, не отвез Киру к бабушке. Нет, не отвез. Антон, я не хочу ссориться. Завтра приеду и заберу ее. Обсудим. Здесь нечего обсуждать. Дай мне дочь, я хочу с ней поговорить. На, мама. Мама, а папа лук сгорел. Ой.
Здравствуйте. А, добрый день. Чем могу служить? Я бы хотела предложить куклу. А, прошу. Хорошая работа. Очень хорошая работа. Но боюсь вас огорчить, они нам не подходят. Почему? Видите ли, только вы не обижайтесь, пожалуйста. Ну что вы? При большом количестве очень тонких, мастерски выполненных деталей. В них нет стилистической точности, а это порождает неопределенность восприятия. Ну, понимаете, я не знаю, как к ним относиться. В них что-то... Таких кукол не покупают. Что, сегодня без музыки? Да, папа ушел по делам. Ну-ка, стой. Катись-ка сюда. Зачем? Не бойся, я не ем маленьких детей. Нужна консультация. Заходи. Посмотри на них внимательно. Нравится? Ну да. Мне все говорят, у них что-то не то. Конечно, не то. Они же простые, должны быть злые. Злые? Тебе что, нравится, когда куклы злые? Конечно. Потому что они из сказки. Как ведьмы. Злые, но красивые. Что ж делать? Может, и ведьмовские платья шить? Что-то важное? Я прошу говорить, если что-то важное. Просто так разговаривать не надо. Я, между прочим, хочу с вами подлечить нервы. Это понятно? Вы хотите сказать «понятно»? Не можно просто кивнуть! Да трудно, конечно! Результатов ноль. Нет, я хотел сказать, трудотерапию можно попробовать. Помогает. Привет. Привет. А у вас вроде четверо было. Ну да, было. Один ушел. Ну, возьмите меня в команду. А что, заняться нечем? Да нет, просто рекомендовали физические нагрузки. Так это ж тот псих, который снова в окно выбросил. Ну вот, я и говорю, рекомендовали физические нагрузки, чтобы успокоить нервы. Ну давай, лечись. Только чужую мебель в окна не выбрасывай. Хорошо. Держи. Давай. Да, договорились.
Я пойду встречу маму. Немножко погуляем, потом придем, хорошо? Ругаться будете? Ну, почему ругаться? Так, обсудим кое-что. Меня обсудите? Ну, в том числе. Я просто хочу, чтобы ты жила со мной, не с бабушкой. Я тоже хочу. Но маму не переспоришь. Ну, знаешь, мы еще это посмотрим. Так. Все, короче, мы скоро придем. Ладно? Привет. Что, вспомним молодость? В смысле? Ну, мы с тобой когда-то тоже по кафешкам встречались. Кстати, где цветы? Мог бы принести по старой памяти, раз уж на свидание меня пригласил. Извини. Понятно. Давай выкладывай, что у тебя там, а то я уже скорее хочу к своей доченьке. Потрясающе. Невероятно. Это очень хорошо. Нет, в этих ведьмах действительно что-то есть. Беру. И приносите еще. Это все, что ты хотел мне сказать? Могли бы и дома это обсудить. Ты же знаешь, разговор будет короткий. Кира останется со мной. Ребенок должен жить с матерью. Ну, с матерью, да, но не с бабушкой же. Ты же все время летаешь, и получается, что ребенок и не с отцом, и не с матерью. А ты что, больше летать не собираешься? Собираюсь. Ну тогда чего ты мне голову морочишь? С кем будет Кира, когда ты будешь летать? Ну пока-то я не летаю, меня отстранили от полетов на год. Что с тобой, тебе плохо? Нет, все нормально, просто это дыхательная гимнастика, мне сказали, она должна помочь. Все еще шалят нервишки? Они шалят только тогда, когда я тебя вижу. Ладно, хватит. Пойдем скорее к дочери, пока совсем не разругались. Послушай, меня рано или поздно допустят к полетам. Может быть, через месяц, через год. Пусть хотя бы это время Кира у меня поживет. Здесь? Ну да. Я ее немедленно забираю. Кира! 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 Где ваша дверь? Вот она. Ну и где она? На кухне, наверное. Кира! Кира! Антон, что за дела? Где ребенок? Я не знаю, может быть, на улицу ушла. Я не разрешал ей. Соседки, как назло, нету. Кира! Простите, пожалуйста, вы не видели девочку маленькую? 7 лет, вот примерно как ваша. Простите. Извините, вы не видели маленькую девочку с беленькими волосами и 7 лет? Нет? Ну, куда ты звонишь? А? В полицию я звоню. Полиция в соседнем доме. Так что ты стоишь? Сейчас я тобой займусь. Не имейте права. Ты что тут делаешь? Просто зашла. Когда?
Когда папа ушел, а вы пошли на кухню. Я и спряталась. Потом вы ушли. Зачем? Ты можешь сказать? Просто я хотела в прятки поиграть с папой. В прятки она хотела поиграть? Что это, 3 часа сидела в шкафу? Ну, нет. Я с куклами поигралась, потом телевизор посмотрела. Простите меня, я больше не буду. Ладно. Хорошо еще, что твой пап не пришел. Ему совсем плохо стало. Пришел. Мама тоже. Ты что хочешь сказать, они пришли и тебя не нашли? Они на улицу побежали. Думали, я во дворе. Господи, они же с ума сойдут. Они всю полицию сейчас на уши поднимут. Ты понимаешь, что ты наделала? Телефон потом знаешь? Доченька моя, ну что ты со мной делаешь? Пойдем, горе мое. Извините, пожалуйста. Что, прям в шкафу спряталась? Да вот, в шкафу. Я не сразу заметила. Она после вашего ухода в комнату ко мне прошмыгнула, когда я на кухню выходила. И спряталась. Ну, а мне откуда знать? Я дверь закрыла и ушла. Понятно. Извините еще раз. Извините. Ну, что ты учудила? Разве можно нас так пугать? Я больше не буду. Я очень надеюсь. Хорошо, хоть записку написала без ошибок. Я пойду чайник поставлю. Не надо ничего. Нет, ну как не надо? Надо? Извините, пожалуйста. Да-да. Может быть, это, конечно, не мое дело, но мне показалось, что Кира очень нервничает. Может быть, как-то поберечь ее от взрослых проблем. Спасибо вам большое, мы обязательно сами в этом разберемся. Да, чтобы ей не пришлось больше прятаться по шкафам у соседей. А скажите, вам не кажется, что вы немножечко вмешиваетесь не в свое дело? Я вмешиваюсь? Конечно. Да это вы меня вмешиваете. Не можете уследить за своим ребенком, а я при чем? У вас есть дети? Нет. Вот когда будут, тогда и будете их воспитывать. Знаете что? Что? Что-то тут у вас происходит. Коммунальные разборки. Да, похоже на семейные. Ты что, с ума сошла, что ли? Ты соседка моя. Да, это замечательно, я очень рада. В общем, мы с Кирой уезжаем. Марин, подожди. Ну, ты же видишь, что она хочет со мной остаться. Мало ли, что она хочет. Она уже инсценировала побег. Ну, что еще сделать, чтобы ты поняла? Хорошо, я пока оставлю ее с тобой. Но когда я вернусь из рейса, мы продолжим этот разговор. Возьми расчет. Как нервишки-то? С каждым шкафом все крепче и крепче. Ну, да это Бог. Счастливо. Давай, всего доброго. Кажется, мы не туда. Нет, мы туда. Нам нужна Ася. Да. Аси нет? Ну, мы договаривались. Тогда проходите. А
Куда? Прямо на кухню. Ее стол слева. Ведро аккуратно. Ага. Ой, спасибо. Ого! Это ее стол? Ну, наверное. Алло, Аська, ну ты где? Мы на кухне у тебя хозяйничаем. Слушай, а кто это у тебя полы моет? Сосед? Ну, он такой в трениках, прям классика. Ну, давай быстрее, мы тебя уже ждем. Сейчас она будет. О, хорошо. Слушай, ну у тебя тут прям декорация. Место встречи изменить нельзя. Не-не-не, Покровские ворота. Точно. И персонаж в тельняшке, в трениках, а, девочки. Персонаж. Вот он, где у меня этот персонаж достал уже. А я терпеть не могу мужиков, неудачников. Да. Нет, если ты мужик, заработай. Да, так они ж все время ноют. Они ж сидят по крысиным норам и ноют, и ноют. Сплошной лузер кругом. Что, нормально? Да, лузер вообще отлично. Да, девчонки, а давайте как-нибудь вечеринку у меня устроим, такую, в стиле коммуны, человек 15. Через 15 минут у тебя не будет. Ты вообще знаешь. Если тебе что-то надо, ты нас зови, мы тебе организуем. Ну да, обломать хам — это то, что мы любим. О, Кать, давай, идет. Девочки, а я себе тут наняла некоторых рабочих. Да? В саду дорожки сделать. Угу, девочки, угу. Так они даже этого не умеют. Представляете, да? Ну, лузеры. Да, лузеры, да. Они есть. Приятного аппетита. Скажи, пожалуйста, а у тебя остальные комнаты свободны, да? Давай, 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 давай. Антон? Здорово. Привет. Ты чего здесь? Работаю. Так тебя не восстановили? Пока нет. Что, все так плохо? Ну, все плохо. Хорошо. Врачи вот рекомендуют физические нагрузки, помогает нервов. Антон! Давай, 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 давай. Сейчас, сейчас, товарища встретил. Ты не переживай, все образуется. Да я не переживаю. Ты-то как? Да вроде все нормально. День рождения послезавтра. А я помню. Да? Да. Где будешь справлять? Да пока не определился, там не так все просто. Давай меня. Я снял большую квартиру. Ну. Конечно, давай приглашу всех своих, в такую пати устроим. Как в былые времена? Конечно. По рукам, а жене скажу, что в рейсе. Правильно. Тогда до послезавтра. А ты послушай меня, я пойду, пойдем, я сейчас... О, подожди. Ну чего, нет, Маша, я сказала, подожди, нет. Я сейчас все объясню, понимаешь, да? О, ребята, привет! Проходите, прошу вас, прошу. Куда же вы? Ну так вот, вылетай, мы из шарика, я к боку подлетаем, а я Ирке и говорю. Я тебе сейчас, подожди, сейчас.
Ирку стюардесс, помнишь? Ага. Я ей говорю, ну что ты будешь здесь одна, два дня маяться? Я тебе Бангкок лучше, чем все покажу. Я его как свою квартиру знаю. Какие кадры? Кто такая? О! Если бы ты знал, какие у нее подружки. В чем дело, давайте позвоним. Действительно. Позвоните. Устроим совместную вечеринку, как вы хотели. Да. Кира, а не мешают тебе папины друзья уроки делать? Немножко мешает. Но ведь друзья — это лучшее, что есть у нас в жизни. Умница, дочка. Кира, пойдем ко мне. Мне все-таки как-то поспокойней. Нет, я тут посижу. Вообще запретил даже думать о детях. Хам! Пойдем с тобой погуляем. Пойдем. Ты мне мороженое купишь? Хорошая идея. Пошли. Пошли. Опять лифт сломался. Да? Ну, пойдем пешком. Застряли? Вы слышите меня? Вы застряли? Нажмите кнопку вызова лифтера. Она не работает. Ася, это вы? Я. Так что проходите мимо. Почему? Зачем вам тратить время на своего коммунального врага? Господи, нажмите красную кнопку. Я нажимала. Она не работает. И мобильный не ловит. Давайте я наберу. Там на стене номер диспетчерской. Диктуйте. Пять, четыре. Да. Три, четыре. Да. 889. Диспетчерская. Тут в лифте застряли. 9-й дом, 2-й подъезд. Когда будете? Спасибо. Все, сейчас приедут. Ну, не плачьте, пожалуйста. Не плачьте, тетя Ася, мы вас спасем. Извините, так все навалилось.
Папа тоже навалился, но он же не плачет. Он вздыхает специально, чтобы не плакать. Пап, покажи, как ты вздыхаешь. Да, действительно, хотите, я вам покажу дыхательную гимнастику? Говорят, успокаивает. Давайте. Вдруг поможет. Значит, набирайте полные легкие воздуха и рывками до конца воздух выпускаете. Слышите? Услышали? Вот. Еще раз. Повторите. Вот. И давайте еще разок. И еще раз. А что вы тут делаете? Дыхательную гимнастику. А, вот все бы так. А то орут как зарезанные. Спасите, помогите. Дышите глубже. Спасение близко. Спасибо вам большое. Мне очень помогла ваша гимнастика. Хотите, я попрошу своего гуру, он с вами позанимается. Я подумаю. Да, домой дороги нет. Если бы я мог их выгнать, к сожалению, придется немножко подождать, пока там все не закончится. Понимаю. Пап, подавайте часть вот в это кафе пригласим. Да, действительно. Пойдемте, поедим мороженое, я угощу. А давайте. Ура, по мороженому ночью. Я летаю, летал, в основном на юго-восток, это Манила, Мумбаи, Дели. Туда, там 2-3 дня, потом обратно. Интересная жизнь. Ну вот вы что, лучше нету. Скучаете по работе? Не то слово. А я всю жизнь мечтала побывать в кабине пилота. Да вы что? Вообще нет ничего проще, да? Правда, я сам не знаю, когда вернусь в кабину пилота. Вернётесь. Все будет хорошо. Я буду хорошо себя вести. И я. Я тоже. Как мороженое? Очень вкусно. Здрасте, мне нужна Кира Лаврова. А вон она. Спасибо. Привет. Где папа? Папа не смог прийти. У него срочный заказ, меня прислал. Вот. Я хотела, чтобы он мой купальник сдал в мастерскую. Послезавтра соревнования. А костюм не готов. А что с ним? Нужно блестки пришить. У всех девочек блестящие, а у меня нет. Ничего, мы что-нибудь придумаем. Пойдем. Где твой муж? Ты думаешь, у меня должен быть муж? У каждой женщины должен быть муж. Это да. Но не у всех получается. У меня есть муж. Но мы разводимся. Как мама с папой? Ну да. А дети у вас есть? Детей нет. Почему? Ты знаешь, кто это? Привет. Как ты меня нашел? Разведка сработала. Девчонки донесли. Ну, неужели ты думала, что они все это удержат в тайне? А я могу войти? Зачем? Хочу посмотреть, как ты живешь. Вау, какая красотища! Здравствуйте. Привет. Знакомься, это Кира, это Стас. Ты иди пока к себе, потом закончим, хорошо? Хорошо.
что, нянечкой подрабатываешь? Нет, это подружка моя. Ага. Привет. Ну как вы? Ось и бывший. Бывший? Угу. Откуда знаешь? Я не слепая. Бывший. Слушай, ну это просто фантастика. Аська! Слушай, а можно я вот это у тебя заберу, а? Пожалуйста. Я в офисе у себя повешу этот, ну, Кандинский прям. Сальвадор Дали. Здрасте. Привет. Привет. Это Стас, это Антон. Здрасте. Здрасте. Слушай, я тебе тут купил фрукты, хлеб, молоко. И вот смотри, в магазин фурнитуры забежал. Купил пуговицы зеленые. Ты вроде сказал, подойдут они? Ничего, может быть. Я тебе денежку отдам. Да ну, прекрати. Да, кстати, завтра придут сантехники. Поменять на все краны. Ой, хорошо. А ты знаешь, я была на гимнастике у Киры. Она такая красавица, да? Просто чемпионка. И только вот тренер говорит, она рассеянная немножко и устает быстро. А скоро соревнования. Ну, что-то надо делать. Может, ей на воздухе почище будет? Правильно. Давайте завтра все вместе сходим в какой-нибудь парк и погуляем. Да? Извините, пожалуйста, а можно мне с вами? Нет. Почему? Потому что у нас своя компания. У вас своя компания с моей женой? С бывшей. Так, кто так решил? Она. Стас, тебе лучше уйти. Ну, она все еще пока моя жена. И то, что она живет здесь, это просто ее каприз. Правда? Да. Не надо, пойдем, я тебя прошу. А? Да, и ты ее каприз, летчик сбитый. А ты уже справки навел? Конечно. А ты как думал, а? Что это такое? Твое какое-то. Ты с ума сошел? Я же спрашиваю, кто там у тебя. Никого нет, я Светку ругнул. А что так? Да, надоело. Ну что, найдешь еще кого-нибудь? Подожди, а как ты жить-то собираешься дальше? Все, иди. Я позвоню. Иди. Я позвоню. Во, квартирка! Кира, пойдем купальник дошьем. Ну все. Спасибо. Побежал. Счастливо. Мужички, давайте, пересчитаем все. Алло, привет. Как ты? А я все отстрелялся. Слушай, у меня есть идея. Сюрприз для тебя. Красиво? Flaps free. Flaps full. Victor Quebec Bravo Bravo Charlie request landing on ILS runway 08 left. Victor Quebec Bravo Bravo Charlie taking tower QC, drop this at runway 08 left. Wind calm. Смотри. А можно я нажму? Леди и джентльмены,
Командир корабля и экипаж рады приветствовать вас на российской земле. Миша! Ну, крутая у тебя машина. Следующую аттестацию будешь на ней проходить. Хорошо. Так это вы Браво-Браво Чарли? Ну, Браво-Браво Чарли, это я. Я Тигель Тава. Очень интересно. Спасибо. Счастливо. Счастливо. Вообще, это, конечно, счастливчик. Такая работа у тебя. Такая дочка. Да, дочка замечательная. Очень ее люблю. Даже не думаю, что такое может быть. Понимаешь? Я бы хотела сказать, что я понимаю, но, наверное, пока не имею права. Что, твой Стас детей не хочет? Он мне то, чтобы не хочет. Ну, просто пока молодой. Пожить для себя и зарабатывать деньги, тратить, снова зарабатывать. Чем же он зарабатывает? В игрушки играет. У него своя фирма по разработке компьютерных игр. Ну что, это приносит деньги? Да, большие. Ну, это потому, что он очень талантлив. Угу. Ты его любишь? Сложный вопрос. Значит, любишь. А ты любишь свою жену? Ну, конечно, любил когда-то. Ну, вот и я когда-то. Да, привет, Стас. Привет. Как жизнь? Все хорошо. Слушай, я... Че звоню-то? Напомню, что у меня завтра день рождения, и, в общем, я тебя жду. Нет, извини, у меня завтра другие планы. Важное дело. Просто молодец. Ты лучше всех. Спасибо. Все, беги, переодевайся, а дома нас ждет праздничный ужин. Ася, а ты хорошо придумала, чтобы папа форму надел. Он такой элегантный, он красивый. О чем разговаривали? Да так. Все, Кирюш, хватит вертеться. Давай глазки закрывай. Мишку укутываем. Завтра мы с тобой идем куда? Кататься на роликах. Все, спи. А ты хочешь жениться на тете Асе? Ну? Ну, женись. Она хорошая тетка, нормальный вариант. Ты так считаешь? Угу. Ну, спасибо. Только ты не тяни, а то ее бывший так и шастает. Да, это точно. И не забудьте сказать, что ты на ней женишься. Прям сейчас пойти и сказать? Угу. Ну, хорошо.
Прямо сейчас пойду и скажу. Не забудь. Сейчас скажу. Ну, вот и заснула. Ой, почти. Уложил? Да. Представляю, какое наказание для ребенка ложиться спать в такой день. Ничего, я завтра ей все компенсирую. За мою девочку. За Киру. Она замечательная, я к ней ужасно привязалась. Ты знаешь, и она к тебе. У вас прям какое-то единение душ. Знаешь, я тебе хотел сказать, с ней поговорить о тебе и обо мне. Кто это? Я, кажется, знаю, ты не обращай внимания. Нет, ну, Киру разбудит. Я сейчас. Привет. Я прилетел, чтобы спасти тебя. Ой, належь. Клёвый костюмчик, правда? Мне друзья на день рождения дали. О! Что это за клоунада? Ты позвала меня, и я прилетел. Я почувствовал твои флюиды. Ты просила тебя спасти, может быть, даже сама этого и не осознавая. Ты что, по городу так ехал? А, знаешь, как клево. Между прочим, тачка до сих пор под домом стоит, так что, если хочешь, можем прокатиться в ночь. Я с тобой никуда не поеду и тебя за руль не пущу, потому что ты пьяный. А ещё, у меня день рождения, между прочим. Кстати, не хотите присоединиться? Нет, спасибо. Не хотите, как хотите. Ась, тут пахнет плесенью и борщом. Ты задохнешься тут. Так, тебе не надоел этот цирк? Я выведу аниматора. О! Кстати, вы знаете, вот я сейчас посмотрел на вас и придумал новую игру. Правда. Называется она «Сбитый летчик». Вот главный герой такой же, как вы. В белой рубашке. Такой конкретный парень. Все в порядке, все в порядке, Асенька. Неужели ты думаешь, что я буду ему сейчас сдачи давать? Ты че? Я же не идиот понтоваться тут. Просто он же все равно неудачник. Папа! Сон плохо приснился. Просто испугалась. Испугалась. Ну ничего, все хорошо. Ложись, ложись. Все хорошо, ложись, Вася. Папа, не уходи, посиди со мной. Хорошо, ложись. Все нормально, завтра пойдем с тобой на роликах кататься. А, Асю возьмем? Обязательно возьмем. Асю. Ну зачем ты это устроил? Ты не догадываешься. Поехали домой. Нет. Аська, ну правда, я не могу смотреть, как ты тут вздыхаешься. То есть ты обо мне беспокоишься? Ну, если честно, я беспокоюсь о себе. Правда, я по тебе ужасно соскучился, мне очень одиноко. Поехали. Нет, Стас, я знаю, ты за простоту. На этот раз все не просто. А, я был идиотом, придурком, кретином, правда, бабником, извращенцем. Хотя извращенцем я не был, но я был хамом, эгоцентриком и вруном. Почему был? Потому что я изменился. Правда, твой уход, он меня просто изменил. Не веришь? Ни единого слова. Thank you.
Извини, нелепо все получилось. Что нелепо? Я уезжаю. Далеко? Домой. Счастливо. Я еще приеду за вещами. Меня дома не будет. Скажи, ты меня использовала? Я? Как? Ну как, чтобы он бесился. Да что ты выдумал? Ничего же не было. Ну да. Ничего же не было. Папа? О, привет. Как спалось? Хорошо. А где Ася? Ася здесь больше не живет. И не придет? И не придет. Ты ее обидел? Нет. Она тебя обидела. Ну и дура. Без нее обойдемся. Да, обойдемся. Очень даже вкусно. Ты что, правда, сам это готовил? Сам. А я? Я же помогала. Умница моя. Конечно, вы вместе готовили. А как, кстати, чувствуешь себя? Прекрасно. Не нервничаешь? Спокоен, как удав. Ну вот видишь, как хорошо. Это то, о чем я тебе говорила. Тебе просто нужно жить одному. Ты ненавидишь женщин. Ты знаешь, я люблю одну женщину. И мне этого достаточно. Да, Кирюш? Я на самом деле к вам с предложением. Меня пригласили на новую линию Москва-Нью-Йорк. Но для этого нужно стажироваться месяц в Нью-Йорке. Я просто хотела спросить, может быть, вы поживете тут еще немного без меня? Ну, не знаю. Не знаю, справимся ли мы без тебя. Наверное, справимся, да? Не, это серьезно говорю, пляж, да. Кстати, пляж супер. Супер вот. Пляж. Мы ездили с этой. Да, но отель. Что? Отель так себе. Так себе. Да. Хорошо. Ну, в общем. Ну что? В общем, выбирай. Я выбрала. Ты что сказала на у мамы? Завтра должна была приехать. Йо, прячься. Чего? Ну, я не знаю, прячься куда-нибудь там в ванну. Че, с ума сошел, что ли? Че теперь-то? Привет, подружка. Ась, а че ты не позвонила? Можно было. Телефоны же есть? А я сюрприз хотела сделать. Ась. Ко мне надо было ехать. Ты же говорила.
Нет. Здравствуй. Какими судьбами? Я к вам пришла навеки поселиться. Примите обратно к кому? А что так? Я его застала. С Лизой приходили, помнишь? Угу. На эффектной девушке. Ну так как? Примите? Ну а что мы? Мы же соседи. Кира, привет! У меня для тебя новая кукла. Что? Ведьма? Неинтересно. Я сегодня же перееду. Да, куда? Не знаю, найду что-нибудь. Ну, удачи. И вам. Антон. Антон, ты меня слышишь, Антон? Антон, ты падаешь. Антон. Вставай, приехали. Миш, помоги. Что случилось? Ты же помнишь девушку, с которой я к тебе приходил летать? Ну, симпатичная. Она не отвечает нам на телефонные звонки, телефон выключила. Ты же можешь определить местонахождение по номеру мобильного? Сделай, я тебя очень прошу. Вопрос жизни и смерти. Ладно, сделаю. Давай. Стас, я тебе уже все сказала. Мы любим друг друга, я знаю. Знаю. Просто любовь не должна быть удушающей. Надо друг другу давать хотя бы какой-то глоток свободы. Ревность – это пережиток жизни пещерного человека. Ася! Ася, скажи, пожалуйста, а ты везде будешь за собой вот этого соседа таскать? Ася, это Антон. Прости меня, пожалуйста. Антон, а что ты тут делаешь? Ты же меня послал. Слушай, уйди отсюда, а мы с ней разговариваем, между прочим. Выходи за меня. Ты вообще-то женат? Конечно, я женат. Я женат на тебе, Асенька. Да я не тебе. А я развожусь, и ты это знаешь. Ась, прости, я дурак. Это я дурак. Господи, да пошли вы оба! Вот это ты сейчас со зла сказала. Завтра можешь пожалеть об этом. Ты мне сейчас об этом пожалеешь. Это тебе сказали. Где послать? Это моя жена. Где тебе сказали? Это тебе сказали. Где? Где? Нет, с меня хватит. Какая-то
комедии дель арте уже получается. Удачи. Ась, я сегодня вошел в штопор. Я не летаю без тебя. Дамы и господа, командир корабля и экипаж рады приветствовать вас на Жемчужном побережье и желает вам провести незабываемые выходные. Мы рады, что воспользовались услугами нашей авиакомпании. Командир корабля прощается с вами, а его ждут несколько счастливых дней вместе со своими любимыми, женой и дочерью. Спасибо вам.